тяжелых повреждений головного мозга мы здесь не видим. Когда мальчиков привезли в больницу, врачи готовились к худшему. Но на деле оказалось, что оба ребенка отделались небольшими ушибами. Ну все, к маме. Устал уже. Одна из мам, жительница Бугульмы, Ируда Хашимова, согласилась на интервью, чтобы ее случай стал для других примером. В шоке были, мы не знали. Вот так бывает. Слава Богу, Бог еще обратно дал. В больнице сейчас находится еще один 2-летний малыш из Казани, который сегодня выпал из окна 4-го этажа и чудом остался жив, получив компрессионный перелом позвоночника. Ребенок, падая, видимо, пролетел через кусты сирени, которые смягчили, то есть притормозили его падение, и уже упав на землю, опять-таки повезло, что это не асфальт, то есть смягчен был удар. Если москитная сетка установлена, желательно ее как-то закрепить. Потому что, я еще раз говорю, это мнимая защита. Она вводит в заблуждение. Прошлым летом из окон жилых домов выпало 12 детей. Спасти удалось не всех. В этом году ситуация вновь повторяется. Поэтому врачи призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. Подобный случай произошел сегодня в Смоленске. Там годовалый ребенок выпал из открытой форточки с 4-го этажа здания и упал на спину дорожного рабочего. Ребенок и его спаситель живы и с различными травмами доставлены в больницы. Айгуль Низамутдинова, Роман Фенин, эфир 24.